Научная сенсация. Свердловские ученые нашли на Урале современника мамонтов. Останки древнего человека, который жил на территории области в ледниковый период, в руках исследователей оказались впервые. Теперь ему порядком перемоют косточки, чтобы познакомиться поближе. Причем важнейшее для науки открытие ученых долго хранили в архивах. Этот фрагмент бедренной кости, найденный при раскопках на реке Чусовой, 14 лет лежал в хранилище среди тысячи костей животных. Теперь останки древнего человека, жившего примерно 10 тысяч лет назад, будут изучать ученые со всего мира. Находка пока не перевернула представление ученых об истории края, ведь о том, что во времена динозавров и ледникового периода на Урале уже обитали люди, было известно давно. Однако подержать прошлое в руках в прямом смысле исследователям раньше не удавалось. Теперь же с помощью кости можно будет установить даже то, чем питался предок. Это вот позволит нам получить более полную картину о том, как здесь человек начинал жить, как он приспосабливался к суровым условиям ледникового периода. То есть позволит значительно больше расширить наше понимание и представление о человеке прошлого. До настоящего времени мы просто вообще не знали ничего о физическом облике человека, который жил в это время.